Agrāk viens no ietekmīgākajiem Krievijas žurnālistiem pēc Putina nākšanas pie varas pārcēlās uz Ukrainu un turpina strādāt. Par agresoru zvērībām Putina galu un Ukrainas jau panākto morālo uzvaru Jevgeņijs Kiseļovs 1:1. Mūsu saruna notiks krievvalodā, un tiem, kam ir iespēja, tie varēs to skatīties ar latvisku tulkojumu vai oriģinālu valodā. Jevgeņi, zdravstvujte, priveztoju vas na latvijskom televidiņi. Zdravstvujte, Gundars. Это уже 48-й день полномасштабной инвазии, агрессии России в Украине. Какие ваши итоги? Я уже говорил о том, что эта война для Путина проиграна. Вот чем бы ни закончились боевые действия, в широком экзистенциональном смысле Путин эту войну проиграл, потому что он начинал ее для того, чтобы войти в историю как человек, усмиривший и покоривший непокорную Украину, желавшую жить своей отдельной, независимой от нее жизнью. А в историю он войдет как банальный военный преступник. И это уже никогда из аналов не удастся стереть. Когда 24 февраля это случилось, чем тогда Путин просчитался? Что он хотел? Как это не получилось? Ничего не получилось. Я думаю, что историки еще долго будут в этом разбираться и искать разные нюансы ответа на этот вопрос. Но, в принципе, мне совершенно очевидно, что Путин полагал, что Украина не готова защищать себя, что Украина не будет сопротивляться, что Украина слаба, что Украина не до государства. Он сам же об этом говорил, помните, на саммите в Будапеште с Он говорил об этом с Бушем, и это потом разошлось широко по всей мировой прессе. Он говорил: «Джордж, ты понимаешь, Украина – это вообще не до государства». Он оказался в плену своих совершенно мифических представлений о том, что из себя представляет Украина после 30 лет независимости. Это независимая, свободолюбивая страна, это независимый свободолюбивый народ, который совершенно не так устроен, как русский народ. И этот народ дал ему беспощадный отпор. Я хочу вам спросить об оперативной обстановке на фронте и конкретно Мариуполь. Мы знаем, осажденный город, уже тысячи погибших мирных граждан. Воины Украины продолжают бороться, но многие задают вопросы, почему им не помогают, почему нет деблокада. У вас есть какая-то оценка или что говорят в Украине на это? Ну, вы знаете, сейчас очень сложная обстановка в связи с тем, что русские войска собираются начать полномасштабное наступление на Донецком и Луганском направлениях. На востоке страны, судя по всему, они ставят задачу попытаться оккупировать всю территорию Донецкой и всю территорию Луганской области. Вот, специально для ваших зрителей я хотел бы пояснить, что так называемые самопровозглашенные республики, в кавычках, ЛНР и ДНР, они занимали далеко не всю территорию Донбасса, они занимали лишь часть Луганской или часть Донецкой области. А большая часть Донбасса, Луганской и Донецкой области, до начала войны была под контролем центральных властей Украины. Поэтому сейчас русские ставят перед собой задачу захватить все территории этих двух областей. Ну и здесь, возможно, будет решаться военный исход войны. Именно военный, не политический, а военный исход войны.
Там сейчас украинские войска вынуждены сосредотачивать основные силы. Поэтому такая сложная ситуация в Мариуполе. Но надо понимать, что несмотря на то, что город разрушен, город превращен в этакий украинский Сталинград, город не сдается. И защитники Мариуполя продолжают воевать с оккупантами, с агрессорами. Там вот в руинах Мариуполя. Все решится на поле боя. Насколько важна помощь стран НАТО? Оно не опаздывает, если мы говорим о тяжелых оружиях? Опаздывает, безусловно. Помощь опаздывает. Помощь можно было предоставить значительно раньше. Но дело в том, что страны НАТО, я не имею в виду Латвию, как раз Латвия, Эстония, Литва всегда отличались тем, что более своих союзников по НАТО оказывали помощь Украине во всех отношениях. Политическом, дипломатическом и военном в том числе. Но некоторые другие страны НАТО, например, Германия, которая вообще до начала войны отказывалась предоставлять Украине какую-либо оборонительную помощь, могла бы сделать это, конечно, раньше. И как и другие европейские страны, входящие в Североатлантический союз. Нужны самолеты, нужны танки, нужны, особенно остро нужны системы ПВО, разные причем, не только не только так называемые ПЗРК, то есть переносные зенитно-ракетные комплексы вроде «Стингера», но нужны и ракеты, противовоздушные ракеты, которые способны сбивать самолеты и ракеты противника на больших высотах. Потому что вот эти самые знаменитые «Стингеры», они действуют только по низколетящим целям. И очень многое другое нужно. Тем более, что украинские вооруженные силы доказали, что они могут и умеют воевать. Воюют они блестяще. Вы уже говорили, что Украина одержала моральную победу над Россией. Какова ситуация сейчас, если мы говорим о политической ситуации в Украине? Насколько сплочена политическая элита и общество в Украине сейчас? Ну, для Украины, на мой взгляд, которая, знаете, есть такая поговорка: два украинца, три гетьмана. Украина чрезвычайно свободолюбивая страна, и в том отношении тоже, что там всегда было очень много разных политических партий, группировок, разных направлений внутри одной партии, которые друг с другом воевали, спорили, ругались и даже дрались. Знаете, в украинском парламенте часто депутаты шли друг против друга в рукопашную. И вот для такой страны, где всегда бушевали политические страсти, всегда шел брат на брата, образно говоря, вот для такой страны сейчас элита сплочена совершенно поразительным образом. Я вижу, как за Украину воюют сейчас в прямом и переносном слове многие люди, которые были большими скептиками, вечными оппозиционерами. И вот тем не менее мы видим, я даже иногда поражаюсь, ой, Господи, и этот воюет, и этот на фронте, и этот в территориальной обороне. Казалось бы, люди, которые очень жестко критиковали нынешнюю власть, а сейчас с ней объединились для того, чтобы отбить русских агрессоров. Мы слышали об черных списках. Это не только мародерство, зверство, но и зачистки российской армии на оккупированной территории. Что могло бы быть, если бы Россия оккупировала, например, Киев? Лично вы опасаетесь за свою безопасность, за свою жизнь? Ну, вы знаете, я, как говорится, свое отбоялся. Дело в том, что последние 20 с лишним лет я, образно говоря, нахожусь то в одних, то в других черных списках. Потому что, в отличие от многих людей, которые сегодня стали
агитаторами, горланами, главарями в рядах российской оппозиции, а на самом деле лет эдак 20-25 назад были всей душой за Владимира Владимировича Путина. Вот я с первой минуты его появления в высших эшелонах российской власти был его критиком. Я ни минуты в своей жизни, ни секунды его не поддерживал, всегда был его открытым противником, открытым критиком. Ну и, разумеется, у меня в связи с этим за последние 20 с лишним лет было очень много разных неприятностей, и угрожали мне, и вынужден я был в итоге уехать из России и начать новую жизнь, личную и профессиональную. В Киеве, столице Украины, я сейчас себя позиционирую не как российский журналист. Все. Российский период моей жизни давно закончился. Я украинец, политический украинец, и я украинский журналист. Вот так вот. Я украинский патриот, если хотите. Президент Зеленский сказал, что он не может радоваться победой в битве за Киев, если есть Буча, если есть Ирпень и Гостомель. Мы все были шокированы этими зверствами российской армии. Это был шок и для вас? Чудовищный шок. Просто чудовищный шок. Потому что в 21 веке увидеть такое в Европе, в центре Европы, вот эти зверства, я не ожидал такого падение, такой глубины падения русских людей. Я использую сейчас слово «русский» в широком смысле этого слова, как это использовалось в старину, когда все люди, жившие в России, называли себя русскими. Была такая переписка в соцсетях, можно, наверное, таких много найти. Две подруги из России. Одна спрашивает: ты где живешь? Зачем ты топишь за Украину? Ответ: приди в себя. Российская армия людей в Украине убивает. Как вообще можно на это спокойно смотреть? Ответ: я спокойно смотрю. Ну и что? Да, собственно, ничего. Прощай. Как вы думаете, те люди, которые сейчас за войну в России, они ведь понимают, что происходит на самом деле? Вы знаете, я не знаю лично людей в России, которые были бы вот искренне всей душой за войну. Понимаете, я понимаю, что они есть. Я понимаю, что эти люди моральные уроды. По-другому я их охарактеризовать не могу. Они какие-то моральные, нравственные уроды. Я не знаю лично таких людей. У меня достаточно много осталось знакомых, друзей, родных в России. Никто из них войну не поддерживает. Поверьте мне, у меня очень широкий круг общения. И есть люди, которые в открытую против войны, пишут об этом в своих постах в соцсетях, в том же самом заблокированном Фейсбуке. Насколько я понимаю, в России уже все решительно научились пользоваться Фейсбуком, обходя блокировку через VPN. Есть люди, которые молчат. Громко поддерживают войну только подонки, негодяи, подлецы, люди, которые являются сущими моральными уродами, повторяю. Делают они это зачастую из конъюнктурных соображений, для того, чтобы продвинуться по работе, продвинуться по службе, получить какие-то бонусы, привилегии. Фамилии, имена этих людей известны. Я думаю, что рано или поздно им придется отвечать за это. Отвечать перед судом Божьим, перед судом моральным и перед судом, возможно, самым настоящим уголовным. Ну, вы думаете, что Путин лично будет сидеть на скамье подсудимых?
Мне бы этого лично очень хотелось. Увидеть его в наручниках и в какой-нибудь клетке. Но я не думаю, что, конечно, он окажется. Хотя, знаете, всякое возможно. Я не думаю, что он окажется в физическом смысле на суде, на скамье подсудимых, но в политическом смысле, в морально-нравственном отношении, он уже подсудимый, он уже там, на этой скамье. Много дискуссий здесь, в Латвии, в том числе, о так называемой коллективной ответственности россиян или русских, даже которых не живут в России. Как вы считаете, насколько приемлемо говорить о коллективной ответственности? Я думаю, что приемлемо. Я думаю, что даже те люди, которые, как ваш покорный слуга, как я, все эти годы выступали против Путина, против его политики, против того, как он обходится, обращается с Россией, с российским обществом, даже эти люди в какой-то мере несут ответственность. Может быть, меньше, чем другие. Но да, вот я тоже виноват. Раз Россия дошла до такого состояния, раз Россия до такой степени опустилась, провалилась вот в такую чудовищную моральную бездну, значит, и доля моей ответственности тоже есть. Значит, я мало писал, я мало выступал, я мало говорил, я мало боролся. И за это теперь вынужден отвечать. Да? И мне стыдно, понимаете, вот я ничего не сделал для того, чтобы Путин оставался у власти. Но я, видимо, сделал мало для того, чтобы он у власти не оставался. Значит, мало бил в колокол, мало кричал тревога. Поэтому отвечают все. Но в первую очередь мне хочется сказать, что я жду покаяния. Вот вы знаете, я жду покаяния от людей, которые приложили руку к строительству путинского режима. Это разные люди. Это журналисты, которые... Не хочу называть никого по фамилии, чтобы не получалось так, что вот я, знаете ли, свожу с кем-то личные счеты. Хотя нет, я, конечно, готов назвать и некоторые фамилии, но я говорю сейчас о тех журналистах, которые сегодня пишут хлесткие антипутинские статьи, а в начале путинского президента были за него, что называется, горой. Пели ему дифирамбы, умилялись тому, какой он молодой, спортивный, энергичный, трезвый, и как он при этом эффективно работает на посту сначала премьер-министра, потом президента страны. Знаете ли, были оппозиционные художники, там, режиссеры, кинодокументалисты, которые сегодня тоже в оппозиции, а в свое время снимали про Путина сусальные фильмы, восхищавшиеся замечательными лидерскими качествами нынешнего российского диктатора. Были политологи, которые тоже работали на Путина, а сейчас оказались в эмиграции. Знаете, каждой твари там по паре. Вот мне очень хотелось бы, чтобы они тоже... И некоторые из них, вы знаете, некоторые из них как раз выступают против коллективной ответственности. Вот это мне особенно странно и печально. Люди, которые люди, которые в свое время приложили руку к тому, чтобы вот этот режим состоялся, теперь возражают против того, что есть такое понятие коллективной ответственности. Странно. Ну, знаете, даже такой оппозиционер, когда-то, как Борис Немцов, тоже выступал за Путина как президента, но потом изменил свое отношение. Бывает? Ну, вы знаете, насколько я помню, Борис Ефимович покойный все-таки признавал свои ошибки.
Вы говорили, что никогда не поддерживали Путина. И сейчас многие шокированы известиями, которые происходят в Украине. Но ведь мы помним, когда он шел к власти, мы помним взорвавшиеся дома в Москве, в других городах, когда шла подготовка к Второй Чеченской войне. Вы говорили, что вы уверены, это работа российских спецслужб. Это так? Ой, вы знаете, я очень хорошо помню, как взорвался дом на Каширском шоссе. Это был четвертый взрыв и, наверное, самый страшный, потому что этот дом был кирпичный. Вот, если предыдущий взрыв был в блочном доме, и там развалился только один подъезд, и даже некоторые жители квартир в этом подъезде спаслись, потому что там образовались какие-то пустоты после того, как сложился этот дом, вот этот вот конкретный блок, и уцелели, то дом на Каширке, он развалился вот буквально в порошок, кирпичный дом, и там погибли абсолютно все. И это было очень страшно. Я помню, что меня утром разбудили звонком с рассказом. Коллеги с работы мне позвонили и сказали, что, господи, вот второй взрыв, и на этот раз совершенно страшный, ужасный дом просто снесло с лица земли, и ни один человек там не уцелел. Я очень четко помню, что когда вот второй взрыв произошел, на меня вот сошло это как, знаете, озарение. Это точно спецслужбы. Это точно спецслужбы, это точно спецоперация. Спецоперация, которая призвана мобилизовать российских напуганных избирателей, российских напуганных обывателей на то, чтобы проголосовать за Путина, который защитит их от террористов. И так оно все дальше и развивалось. Смотрите, ведь в итоге никто, террористы, когда совершают террористические акты, они обычно берут на себя ответственность. Или они выдвигают требования, что если вы, предположим, не сделаете то-то, то-то и то-то, то будут новые теракты. Вот тогда никто не брал на себя ответственность, никакие группировки, действующие в Чечне или там шире, на Северном Кавказе, никто из представителей тех сил, назовем их оппозиционными, назовем их террористическими, назовем их там ультрарадикальными, исламистами, назовем их как хотите, но никто из этих реально существовавших сил на себя ответственность не взял, никаких требований не выдвинул, и более того, все от этих взрывов отмежевались и даже их осудили. Ну и потом случившееся в Рязани окончательно прояснило лично для меня, что все это, конечно, работа спецслужб. Вы помните, когда бдительные граждане Рязани одного из домов заметили, что туда, в подвал этого дома, носят какие-то мешки, на которых было написано «сахар», но потом выяснилось, что там был не сахар, а там был гексоген, и что уже стоял взведенный на определенное время, по-моему, на 5 утра, часовой механизм взрывной. Туда приехали специалисты, которые разминировали этот дом. А потом выяснилось, что все это якобы были какие-то учения, и в мешках был не гексоген, а сахар, и что взрыватель был не взрыватель, а только муляж. И все это вылилось на достопочтенную публику, причем там пикантность ситуации заключалась в том, что сначала тогдашний министр внутренних дел Рушайло, Владимир Рушайло, заявил, что органами милиции, тогда еще в России была милиция, не полиция, что органами милиции предотвращен террористический акт новый в Рязани при поддержке местных жителей. А потом вышел Патрушев, тот самый, который сейчас является одним из главных идеологов агрессивной войны России против Украины, а тогда он был директором ФСБ, и вот этот самый Николай Платонович Патрушев, про которого говорят, что злые языки, что кличка у него была всегда «стакан», за его пристрастие лишний раз там хлопнуть стаканчик водки. Так вот этот вот Патрушев стакан вышел к публике
и заявил, что это были на самом деле учения ФСБ по предотвращению террористических актов. Ну, такая, знаете, это все равно, что сейчас российские пропагандисты рассказывают, что украинцы друг друга убивают, насилуют, грабят и обстреливают собственные города ракетами и бомбят их с воздуха. Вот это примерно такое же было объяснение. Мы сейчас, Евгений, слышим, что российские власти говорят о повышенной опасности в Белгородской области, в Крыму. Там могут быть теракты. О чем это говорит? Это говорит о том, что опять-таки пытаются придумать казус белли, повод к войне, для того, чтобы расширить боевые действия. Или, не хочу быть плохим пророком, но я не исключаю того, что ищут повод для применения тактического ядерного оружия. Путин на это способен? А что вам, вы считаете, что он есть еще какие-то преступления, на которые он не способен? Спасибо за короткий ответ. Сейчас происходит, ну, мы слышим в медиа, чистки. Извините, я вас перебью. Вот посмотрите, канцлер Австрии ездил с визитом в Киев. Президент Зеленский отвез его в Бучу и показал ему следы разрушений и военных, извините, я скажу фразу эту заново. Вот смотрите, канцлер Австрии был с визитом в Киеве на днях. Зеленский отвез его в Бучу, показал ему следы разрушений, показал ему следы военных преступлений, которые там совершили оккупационные российские войска. После этого, ужаснувшись, канцлер поехал в Москву. Это был первый чей-то визит после 24 февраля. До этого никто из западных лидеров в Москве не был. Вот он встретился с Путиным, и встреча была недружественной, как сказал канцлер. Визит был недружеским, без рукопожатий. Разговор был один на один, даже вроде бы без переводчиков. Я не уверен, впрочем, что Путин настолько хорошо говорит по-немецки, чтобы не пользоваться переводчиком, но неважно. Понимать, я думаю, понимает. Но при этом канцлер вышел с каменным лицом, как сказали все. Я думаю, что вот канцлер убедился, что все разговоры Путин не знает, Путину не докладывают, все это происходит без его ведома, это все ерунда, это все чистая ложь, это полная туфта. Все он прекрасно знает и осуждать не собирается. Я думаю, что австрийский канцлер был просто потрясен реакцией Путина. Поэтому я думаю, что если Путин, видя и зная прекрасно, что происходит в Украине, какие зверства творятся там в ходе этой войны. Тем не менее, эту войну продолжает, причем продолжает ее вот именно в таком стиле. Я думаю, что он способен на все, что угодно. Евгений, мы видим в медиа информацию о том, что там около 150 работников ФСБ или отстранены, или арестованы. И глава 5-го отдела, который был ответственен за Украину, арестован. И слышим о аресте якобы серва кардинала Суркова. Что происходит, если Путин был так информирован? Что происходит? О чем это говорит? Ну, я оговорился бы, что отчасти все это неподтвержденная информация, в том числе и про арест Суркова. И, кстати, он давно уже не серый кардинал. И как раз на самом деле я думаю, что он в этом отношении весьма и подходящий кандидат в козлы отпущения. Потому что он уже не удел, он уже изгнан из Кремля. И как раз его-то легче всего обвинить во всех возможных и невозможных грехах. Идеальная кандидатура на роль козла отпущения. Но, в принципе, я думаю, что это неизбежно.
попытки переложить ответственность со своих плеч, я имею в виду, с плеч Путина на плечи подчиненных, это вполне закономерная картина для любой страны, для любого государства, которое живет в состоянии диктаторского режима. Диктатор никогда сам себя не наказывает. Он всегда находит виноватых и их назначает виноватыми. Евгений, есть повод говорить о потенциальном госперевороте в России? Или нет? Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы в России состоялся государственный переворот. Вот. Я сплю и вижу, что это произошло. Но я думаю, что это, к сожалению, не произойдет, потому что для меня это большая загадка на самом деле. Ну, я смотрю на этих взрослых мужчин из окружения Путина. И не только из окружения Путина. Сейчас путинское окружение весьма узко и малочисленно. Там всего, говорят, несколько человек, которые имеют к нему более или менее регулярный доступ, с которыми он общается. И для меня, например, вообще даже большая загадка, и даже вот эти люди из близкого его окружения, они имеют право ему позвонить, постучать в дверь, попроситься на прием, или только он их к себе вызывает. Не знаю, но я... Тем не менее, вижу, что есть люди, у которых достаточно много рычагов власти и влияния. И я задаю себе вопрос, вот почему они его так боятся? Но ведь ситуация совершенно очевидная. Россия катится в пропасть. Россия оказалась в небывалой международной изоляции. Россия под небывалыми экономическими санкциями. Россия стремительно возвращается в прошлое. Россия становится новым Ираном. Понятно, что Иран – это страна, которая, тем не менее, как-то живет, как-то дышит. Но зачем России-то становиться такой? В чем смысл оказаться в прошлом, оказаться в изоляции, оказаться в совершенно немыслимой экономической ситуации, возлагать на себя совершенно ненужные, бессмысленные тяготы? Прекрасно же все люди понимают, что происходит. Зачем это им? И зачем это, в принципе, всему народу? Чего они боятся? Вот чего они боятся? Почему они не выступят против него? Неужели все дело упирается только в отлично налаженную систему личной охраны президента? Ну, в конце концов, если человек сидит в бункере, его можно там так и оставить. А вы думаете, он сидит в бункере? Там, глубоко под землей. И пусть там себе живет, знаете, как жил диктатор Португалии Салазар, который тоже оказался в полной изоляции, его не хотели свергать, но страна жила без него в реальной жизни. А для Салазара издавали газету в единственном экземпляре, в которой рассказывалось, как все замечательно, как все хорошо, и как народ его любит, обожает и приветствует. Ну, в конце концов, можно было и для Путина нечто подобное организовать. У меня только один ответ. Они его боятся, потому что они понимают, что это человек беспощадный, безжалостный, готовый на любые самые страшные преступления. То есть, если ты против него раскроешь пасть, что называется, то он тебе пасть порвет. И он не остановится ни перед чем. Вы понимаете, о чем я говорю? Но ведь последствия санкций будут испытывать все, и олигархи России, и простые жители России. Может быть, не сейчас, но к осени. Многие говорят, что уже можно будет это почувствовать. У вас есть какой-то прогноз? Ну, какой это уровень? На какой уровень сейчас идет Российская Федерация? Ну, вы знаете... Во-первых, Путину, я бы сказал, но слово это очень уж жесткое и неприличное. Наплевать. Хотя тут должно быть другое слово, более жесткое, более непечатное.
вот наплевать Путину на то, что там происходит с его подданными, что там происходит с российскими обывателями, как они живут, сколько они зарабатывают и так далее и тому подобное. Вот решительно ему на это наплевать. А как они будут жить? Ну, вы знаете, я не экономист, и с моей стороны было бы нескромно делать какие-то чисто экономические прогнозы. Я понимаю, что меняется привычная жизнь. Ну, смотрите, доллары из жизни россиян ушли, евро из жизни россиян ушли. В этом смысле осталось только ввести уголовную ответственность вплоть до расстрела, как это было когда-то, за торговлю иностранной валютой. То есть мы возвращаемся в этом смысле в советские времена. Понятно, что реальный курс доллара уже совершенно не соответствует тому курсу, который объявляет Центральный банк. Центральный банк вводит уже обменный курс доллара точно так же, как это было в советские времена. На черном рынке он стоит совершенно других денег. Значит, доллары ушли, банковские карточки не работают. То есть, ну как, они работают внутри России, да? Если это банки имитированы, эти карточки имитированы российскими банками. Но уже из системы Visa, MasterCard эти карточки ушли. И, соответственно, уже большой проблемой является привычные расчеты в интернете, ими пользовались, я думаю, миллионы людей в России за какие-то покупки, которые делаются за рубежом. Смотрите, для российских граждан сейчас фактически закрыта Европа. Сейчас закрылось воздушное пространство, сейчас закрывается наземное пространство. Уже россиянам невозможно въехать во многие страны Европы, в которые они могли въехать на поезде, на автомобиле, не только на самолете. То есть страна закрывается физически. Уходят привычные поездки на отдых куда-нибудь во Францию, в Италию, в Испанию, в Португалию, в Грецию, даже на Кипр. Дальше. Скоро закроется интернет. Я абсолютно убежден, что сейчас, как я уже сказал, русские могут пользоваться по-прежнему Фейсбуком, научившись заходить туда через VPN, ну и как другие запрещенные соцсети и сервисы, там Инстаграм запретили. Но в итоге, я думаю, рано или поздно интернет закроется полностью. И будет хуже, чем в Иране, будет хуже, чем в Китае. В Иране, в Китае все-таки есть доступ к интернету. Путинские опричники точно придумают способ, как полностью закрыть страну от интернета. Ну, насколько она будет эффективна, эта блокада, посмотрим. Я думаю, что все равно найдутся умельцы, которые изобретут способы эту блокаду прорывать, обходить, но все равно это будет другая жизнь, понимаете, где все является проблемой. Безналичные расчеты, обмен валюты, пропадут из обращения многие другие привычные вещи. Уже нет многих товаров и услуг. Из кинотеатров исчезли западные фильмы. Евгений, мы уже говорили, нет доступа к привычному сервису Netflix. Это заканчивает. Прочее. Евгений, вы говорили о моральной ответственности всех, кто строил путинский режим. Но ведь и страны Запада продолжают покупать газ и нефть. И эти доллары потом идут на войну. Что должны сделать западные страны? Где их ответственность сейчас? Прямо сейчас? Западные страны, я считаю, должны найти способ прекратить покупать газ и нефть у Российской Федерации. Как бы болезненно это для них не было. Но если западные страны не отказались от своих принципов, от своих ценностей, на которых стоит западная цивилизация, на которой стоят западные демократии, они должны это сделать, как бы болезненно это ни было. Понимаете, здесь, конечно, не нужно рубить с плеча.
Не нужно делать это одномоментно, и не только потому, что могут возникнуть какие-то технологические проблемы, остановиться производство, или там города могут лишиться отопления, остановятся заводы и фабрики. Нет, здесь надо еще исходить, на мой взгляд, из того, что если вдруг это произойдет там одномоментно, то это приведет к скачкообразному росту цен на нефть и газ, и путинский режим будет получать сверхдоходы от того, что он станет продавать нефть и газ в какие-то другие страны. В Азии, в Африке, в Латинской Америке. Знаете, покупателей найдется. К сожалению, в мире еще достаточно много беспринципных людей, беспринципных правительств, беспринципных режимов, которые помогут в этом смысле Путину. И он, скажем, в 4 раза сократится экспорт нефти или экспорт газа из России, но в 4 раза подскочит цены, и он будет по-прежнему получать те же самые деньги на войну с Украиной. Дальше это вопрос экономистов, дальше это вопрос людей, которые понимают, как устроены эти рынки и как это делать быстро, но постепенно. Быстро, но не одномоментно. Но я думаю, что это нужно сделать, потому что, ну как, могли ли, если бы у Гитлера была нефть и газ во время Второй мировой войны, чтобы западные страны, которые с Гитлером воевали, продолжали бы у него покупать газ и нефть? Ну, конечно же, нет. Последний вопрос, Евгений. О будущем Украины. Мы знаем, что Европейский Союз хочет начать переговоры о вступлении в Европейском Союзе. А с другой стороны, мы слышим Алексея Арестовича, который советник главы офиса президента, который говорит о израильском пути Украины. Надо готовиться к мирной жизни, но постоянно бояться агрессора России или даже же после войны. Каково ваше видение о будущем Украины? Ну, вы знаете, мне кажется, что одно другому не противоречит. Я думаю, что сейчас возникла уникальная, беспрецедентная ситуация, когда большая страна в центре Европы, я напомню, Украина – это самая большая европейская страна по территории. Ну, Россию я к европейским странам больше не отношу. Это страна, безусловно, там татаро-монгольская, азиатская, увы. Но это мой диагноз. Но при этом вот страна европейская, христианская, по преимуществу своему христианская страна, стоящая в центре европейской цивилизации, стала жертвой самой страшной, самой жестокой военной агрессии со стороны соседнего государства. И вот дальше привычные правила не работают. Здесь принятие Украины в состав Евросоюза, в состав общей европейской семьи, мне кажется, в значительной степени вопросом, политическим вопросом поддержки, моральной, нравственной поддержки украинского народа. И здесь уже прежние критерии неприменимы. Здесь должно быть сделано огромное, большое историческое исключение. Но в то же время я абсолютно согласен с Алексеем Арестовичем в том смысле, он, кстати, по-моему, в интервью мне, я сейчас почти каждый день по много часов веду программы на проекте Freedom, это вот такой вот проект вещания на русском языке, который делают совместно все основные украинские медиахолдинги. Так вот, я как раз, по-моему, сам разговаривал с Арестовичем, когда он говорил вот об этом израильском будущем для Украины. Он говорил, смотрите, вот Израиль практически всю свою историю находится под военной угрозой. Он вел и масштабные войны, он и находился под угрозой террористических вылазок со стороны Хизбуллы, которые контролируют юг Ливана, соответственно, значит, постоянно под угрозой находятся северные районы Израиля. Уже много лет южные районы страны, вплоть до Тель-Авива, находятся под угрозой террористических вылазок и даже ракетных обстрелов со стороны Хамаса, который контролирует сектор Газа.
И израильтяне уже десятилетиями живут в состоянии повышенной военной угрозы, повышенной боевой готовности. Они в любой момент готовы взяться за оружие, они в любой момент готовы уйти в бомбоубежище, если начнутся какие-то ракетные или бомбовые обстрелы. Они постоянно сталкиваются с террором, со взрывами, которые могут происходить где-то в общественных местах. Они готовы служить в армии по первому требованию и считают это за честь послужить в армии от молодых до старых, и женщины тоже. Но при этом они живут полноценной, полнокровной, мирной жизнью, у них развитая экономика, во многих отношениях передовая. Есть сферы, где Израиль является безусловным лидером в западном мире. И вот так вот, наверное, придется жить и Украине, потому что, ну, даже если Путин полностью выведет свои войска, вернется, так сказать, к границам, которые существовали по состоянию на 23 февраля, он не успокоится. И будут вылазки, и будут обстрелы, и будут ракетные удары, и будут провокации, и будет, возможно, террор. Все будет. И к этому страна должна быть готова. Прежней жизни, увы, боюсь, не будет никогда. Что будет, если Путина свергнут, или если он уйдет в мир иной? Ну, это отдельная тема. Я согласен с теми, кто говорит, что с высокой долей вероятности к власти придут люди, которые будут продолжать ту же самую политику, во всяком случае, на первых порах. Евгений, мы желаем победу Украине, и спасибо вам за это интервью. Балдес. Слава Украине! Героям слава!